Всем привет! Я еще борюсь с настройками микрофона. Вот. Не могу никак его настроить, поэтому сегодня обзор без микрофона, но с вкусняшкой. Я взяла себе бархат, как и обещала. Мне кажется, он очень похож. Один из таких есть красивых сортов названия мрамор. Мрамор прям с ним очень схож, но у мрамора есть желтые прожилки. А в этой красоте таких прожилок нет. Она гладкая, она глянцевая, и она очень-очень пыльная. Плотная, тяжесть ощутима. Ну, начнем, пожалуй. Очень нежно, очень такая вот обволакивает всю полость рта, так сказать, не залипает. А в конце есть такой вот скрип песочный, ну такой он незначительный. Вот. Мне почему-то она напоминает еще вкус йодовый или лекарственный, как правильно сказать. Немножечко вяжет, ну, совсем чуть-чуть. Спасибо. В ней есть такая ароматность даже, знаете?